Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Анастасия Волочкова появилась в неожиданном образе. Известная балерина Анастасия Волочкова показала черно-белое фото в необычной обработке. Балерина представила на своей странице в социальной сети Instagram необычный снимок, сделанный в рамках специальной фотосессии. Волочкова осталась в одном черном боди со слишком глубоким декольте на завязках. Так, в этот раз в постановочной съемке женщина решила не скрывать фигуру, которой так гордится, и показала всю себя в слишком открытом боди, которое едва ли прикрывает ее фигуру. Открытое декольте на шнуровке Анастасии не стала даже скрывать. При этом зачем-то балерина надела пачку не по назначению, а на плече себе и приподняла руку, как бы хвастаясь этим. Чтобы лишний раз не получить гневную волну комментариев, она заранее скрыла комментарии, ведь под похожими снимками ей уже советовали прикрыть лишнее. Отметим, Волочкова уже долгое время находится на карантине, поэтому свой профиль в Instagram стала обновлять гораздо реже, все чаще появляясь на домашних фото и видео в небрежном виде. При этом, чтобы поддерживать интерес не особо доброжелательной аудитории, она также решила представить довольно странный кадр, в котором была в коротком костюме, состоящем из шорт и майки с тигровым принтом, за который ее уже не раз критиковали. Балерина в излюбленной манере хотела подшутить над фолловерами в Instagram. «Все дело в шляпе и в красоте», — написала Волочкова. Хитрые комментаторы нашли это же фото на фан-аккаунте звезды, поэтому без критики все равно не обошлось. Они написали, что с ее пачкой на голове гриб-мухомор отдыхает. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. We'll be right back.